Ой, простите, я вас не заметил. Вы что, за мной следили? Нет, ведь я включил это видео. Да, он фактически право это делать. Что по поводу властей? Следят ли они за нами? Да, это было много раз доказано. Люди в многих странах заклеивают камеры на своих устройствах мобильных или компьютерах. Всем привет, с вами я, Эксперимент. И сегодня у нас необычный формат, как, собственно, и все. Мы перед началом носом на лайк тыкнули. Подписка есть? Ну, тогда погнали. Вы понимаете то, что коронавирус – это профессиональная работа? Не убивать людей, которые не нужны правительству. Здесь человек. Он гуляет спокойно. Он, скажем, его тупо не нужно убивать. Не нарушает правил. Ну, просто гуляет. И не соблюдает элементарную защиту. А вот коронавирус. Он рядом, но он тупо погибает его. Человек нужен государству. А вот другой человек. Но с той же машинкой. Он сидит дома. Но, скажем, слишком много знает. Как я, например. И вот, коронавирус его забирает даже в доме. Все, он умер. Это так, для примера. Для тех, кто не понял. Чем больше вы знаете, и чем больше вы вредите государству, тем больше вероятность, что вы заразитесь коронавирусом. Скажем, недавний инцидент. Не помню имени, там, где он съел чего-то не так или еще что-то. И самолет остановили в Германии. Явный инцидент. Он был явно не нужен государству. Простите, ко мне в дверь стучится ФБР. Встретимся чуть позже. Или как смог от них убежать. Я сейчас в каком-то отеле. Они там еще мой дом взламывают. Отель через дорогу. Но все же. Так вот, суть в чем. Власти, они лишь хотят устранить всех ненужных. Понять, кто самый безответственный гуляет во время карантина, и когда его сняли, но сказали, мол, можете гулять, но он все еще есть, этот вирус. Можете промотать вперед на несколько секунд, на секунд 10, наверное. Потому что там я объясню, как же коронавирус связан с плоской землей. Что ж, я уже скрылся от ФБР и КГБ, поэтому мы можем продолжить. Как же коронавирус связан с плоской землей? Да очень просто. Основные тупые поклонники плоской земли, такие же, как я, они коронавирусом не заражаются. Они говорят, мол, коронавируса нет, все дела. И власти так, троллят их фактически. Не заражают их, потому что им никто не верит. Они сторонники плоской земли, и им тоже никто не верит. А как вам насчет доказательства того, что земля плоская? Или полукруглая? Как холм? Поэтому и создается иллюзия, что она круглая, но на самом деле она полукруг. И в космосе она вращается настолько быстро, что и создается опять-таки иллюзия, что она круглая. Вот и все. Вот и решилась загадка. Как же это связано с коронавирусом? Эти наноботы после изучения на них влияет магнитное поле. Чего угодно, даже земли.
Но почему же они тогда не умерли? Потому что это спасательные капсулы для пришельцев из космоса. Элементарно. В общем, я скоро буду заканчивать видео, но и попрошу вас, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Это очень поможет мне поддержкой. Видео сегодня такое экспериментальное, как весь наш канал. Напишите в комментарии, как вам оно.